Всем привет, ребят, с вами Мистер Банк и канал Team Pointers. Сегодня я запускаю свою новую рубрику на канале, которая будет посвящена моему мульту. Кто смотрит стримы, тот уже знает, что я создал новый аккаунт и попытаюсь на нем как можно больше показывать, как можно наиболее выгодно прокачать аккаунт. Рубрика будет называться что-то вроде нулевый чемпион или просто без доната. Всем все понятно, как бы. Сегодня я куплю комплектик, на котором мы начнем катать. Если вам понравится эта рубрика, я буду продолжать ее снимать. Не понравится, ну тогда просто забудем и все. Канал потихонечку набирает аудиторию, поэтому по мне так надо что-то пробовать снимать, уже видосики, а не просто стримить. Стримы — это хорошо, но видео нужны для канала. Это всем все понятно. Поэтому сегодня такой видосик, как бы ознакомительный, не длинный. Купим комплектик, будем нагибать на вас по смоке. В ближайшее время я ее постараюсь прокачать. Будет видно, что у меня с этого вообще выйдет. О, первая покупочка. Супер. Для мастер-сержанта вас посмог КМ1, это неплохо. А как все знают, что у нас еще скоро скидочки, значит, это вас посмока будет уже не М1, а уже может быть даже и М2. Будем нагибать. Приходите на стримчики. Будем катать на мультиках. Если у кого есть аккаунты, то тем более приходите. Будем вместе катать. Будем нагибать. Так, что я хотел еще рассказать. Как бы это первая рубрика, можно так сказать, на моем канале. В ближайшее время постараюсь начать снимать что-то новое еще. Сейчас на бригадире хочу докачать Вика Молот М4. И тогда тоже начнется новая рубрика, посвященная именно этому аккаунту. Кто смотрит стримчики, тот знает, что у меня есть такой аккаунтик. Неплохо вас посмотрю, кстати, нагибает. Очень даже мне это нравится. М1 сразу чувствуется. По сравнению с этим М0 никчемным, медленным. Васпик уже побыстрее что-то. Геймплейчик совсем другой. На этих выходных скидочки надо вкачиваться. И вам советую. Если понравится, продолжим. Не понравится, не продолжим. Повторяюсь уже. Ну что поделать. Погоняем 2 минуточки, понагибаем на вас по смойке. Топовый. Комментируйте, мне будет очень даже приятно, если будут комментарии по поводу данной рубрики вообще в целом. Заходит, не заходит, нравится вам, не нравится. Конечно же, оценивайте видео. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Приходите на стримчики. Все весело. Иногда бывает даже интересно. Нагиб присутствует. Покатать тоже с нами можно. Выиграть что-то. Голдики какие. Все можно. На этом все, как бы. Не такой большой видосик. Так что, если понравился видео, ставим лайк. Подписываемся, если еще не подписаны. Всем спасибо. Всем пока.